Вот Вовка проверил мою веревку, она крепкая, за корягу нормально цепляется. Давай сначала сделаем вот это. Мистер Бин, как этот? Как Мишке посвящается? Миша, смотри, как надо плавненько делать. Да. Плавненько. Не как ты там вот так дергаешь. Зима! Холода! У меня все это самое пишется. К сожалению, тема с рогатками не сработала, в смысле с железами, ни одной размотки. Видите, погода поменялась ночью резко, облака разогналось, звездная ночь. Мишкина переправа. Здесь он закрывал купальный сезон 2022. Спиннинг сзади. Так это я вас сзади толкал, вы что, не заметили? А меня ведь никто не подтащит. Все приходится делать самому. В этот раз никто носков здесь не мочил. Рыбы может и не быть. Испытывать бульбулятор. Ребята там вроде что-то тащат. Ну что, поймал? Такого же как мне дал? Нет, у тебя
Он же похож на вашего. Я такого же поставил. Я бы больше нету этого. Есть такой же на синий. Есть такой же, только 85-й. А что значит? Больше, крупнее. Мне больше давай, больше. Видишь, это 70-й? Черт, а? Поздравляю. А, это прям поздравляло. Ваш, наверное, придется накидывать, да? Конечно, наш. Конечно, наш. Позже нет. Гол. У вас нет? Thank you.
Притесняйте, блин. Мне тоже надо выйти. Сразу все и зацеп, и снег по мне пошел. Вот и отцепилось сразу. Да, не ловим. Какого ты там показывал? Такого что ли? Нет, у меня больше. Такой же. Ну, такой же, ну. Вот. Больше. Вот сидим около ручейка. Ничего нету, ничего. Вчера как клевало. А сегодня... Да. Вы рыбу-то ловить сегодня будете или как? Будете? Ну давай, ничего не говори, рыбу мне ловим.
Ребята спасают воблера. Вовка забросил воблера, и у него обломился поводок. Он запомнил, куда упал воблер, и Андрюха его нашел. Эй, гонщики, блин!
Тут небо голубое, тут серое, и тут снег. Снегодождь. Что хотели, это же октябрь. И рыб не хочет ловиться сегодня. Надо было, наверное, за клюкву сегодня идти. Синяя глина, синяя глина. Сейчас ветер поднимается. Погода меняется. Рыба не мается. Гоп-стоп, мы подошли из-за сугроба. Костин камень. За поворотом налево будет Тенькова.
Вы меня ждете или я вас жду? GoPro стоп идет. Сейчас придут братья и все исправят. Все поправят. Бортоводки. Бортоводки покрываются снегом. Снег метет. Вову закинул на дерево воблер. Веревка оборвалась. Сейчас будут пытаться рубить дерево. Ну что делать? Мы находимся у Тенькова, на Тенькова. Да. Где-то там воблерок. Его спасает забросивший его на дерево вовок. Вы говорите, зачем топор, зачем топор? Отойди пока от берега-то. Сначала мы завалим дерево, а потом будем его вылавливать из речки, чтобы найти, где он этот воблер. Сердцевину ты уже переколол практически. Надо его с этой стороны еще подколоть. Во! Пошла! Пошла! Вовка там нормально с самого начала начал. Во! Во-во-во, пошла! Давай еще. Конечно, надо еще переколоть. Не-не, он все правильно делает. Андрюха, смотри. А теперь ищем воблера. Дерево срубили, воблер нашли, спасли. Все, Тенькова, goodbye.
становится все темнее и темнее. Мы пойдем домой с фонариками. Вот тут была Павловская. Сюда было видно наш дом. Не сожгли бы плохие люди деревню. Сейчас бы мы уже подходили бы к дому. А так нам еще канделябить и канделябить по темноте. Гол просто видел. Просто все. Темнота. Тут Павловская.